Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня я продолжу рассказ о сайте My Paying Ads. Сегодня рассмотрим, как здесь пополнить баланс, сделать покупку пакетов и как просматривать квалификационные объявления, которые надо просмотреть для того, чтобы пошли начисления на купленные пакеты. Вот с главной страницы сайта по вкладке «Финансы» кликаем по вкладке «Add Funds», попадаем на страницу пополнения баланса. Таким вот образом она выглядит. Вот она. Это верхняя ее часть. Здесь сразу нам описывается, что мы покупаем в этом пакете, то есть что нам дается, сколько кредитов и так далее. Минимальное пополнение $5. Ну и давайте вот запишем здесь $5. Здесь выберем свой процессор, с которого будет идти пополнение, ну допустим, Payzo. И кликаем по этой кнопке для того, чтобы увидеть предварительный показ нашей покупки, то есть что мы не покупки, а именно пополнение фонда. Пополнение фонда, вот пожалуйста, с какого процессора, сколько процент на пополнение не взимается, и кликаем по вот этой вот вкладке Pay Now и попадаем на страницу обычной проплаты на тот процессор, на который мы выбрали. После пополнения баланса идет покупка, значит, пакетов. Пакеты покупаются опять же вот с этой вкладки «Финансы» и «Купить пакеты». Кликаем по ней. Попадаем на такую вот страницу, где опять же еще раз объясняется, что мы покупаем. И, естественно, если мы только начали работу на этом сайте, нам доступны только пакеты по $1 в количестве 200 штук. Необходимо купить, чтобы перейти на следующий пакетный план. Здесь выбираем, ну там для примера у нас было 5 пакетов. И вот здесь вот надо проставить галочку, если у вас на Repurchase балансе есть какие-то деньги, чтобы в первую очередь покупка совершалась именно с Repurchase баланса, то есть деньги не спали. И вот здесь вот красным выделено, что необходимо просерфить сайты для того, чтобы получать прибыль. Я уже купил пакеты и, ну, естественно, сейчас на предосмотре, вот это предосмотр вашей покупки, у меня выйдет запись, надпись, что у меня нету денег на балансе, чтобы совершить данную сделку. Ну, у вас здесь будет, ну, такая табличка, аналогичная предыдущим. Кликаете, что вы согласны с этими условиями. Если до этого вы совсем соглашались со всеми условиями, естественно, и покупку совершить вы тоже согласитесь. И после этого, уже после совершения покупки, вам будут приходить письма как при пополнении фонда, так и при покупке пакетов. Ну, письма с благодарностью. Ничего нигде подтверждать не надо. И ваши пакеты уже будут отображаться вот в этой части главной страницы. Вот они, 20 пакетов мои. Далее. Для того, чтобы пакеты начали работать, надо просерфить 10 сайтов, как мы уже говорили. Это делается вот с этой вкладки. Кликая по ней, попадаем вот на такую страницу с баннерами и откликиваем 10 штук. Здесь их на одной странице как раз 10 штук.
Кликаем по баннеру. В соседней вкладке открывается страница просмотра. 10 секунд идет просмотр сайта. Можно с него уходить, но не стоит, потому что 10 секунд — это не то время, за которое можно успеть сделать что-нибудь еще. И вот после просмотра на данном баннере появляется надпись, что посещен, спасибо. И так вот просерфить 10 сайтов. После этого начисления пошли. Это опять же можно увидеть с главной страницы. Вот она, это главная страница, где вот в этой части отображается, сколько у вас ушло на репушес, сколько на кэш баланс. Здесь общие начисления по купленным пакетам. Также данная информация видна вот здесь, вот в этой части. Вот и все. На этом по данному сайту историю также можно посмотреть вот здесь. Вот история и история пакетов. Здесь история проплат, здесь история пакетов. Вот кликая по ней, попадаем на страницу вот конкретно именно по пакетам, где все, весь расклад, как говорится, написан. И небольшое такое вот интересное наблюдение. Когда вчера приблизительно в это время я регистрировался, значит, мой ID, ну, это номер 102-260, то есть 102-260 был на этом сайте. Сейчас 103-300, то есть более 1000 человек за сутки зарегистрированы на этом сайте. Сайт развивается очень хорошо. При таком маркетинге продуманном должно быть у этого сайта нормальное будущее. На этом все на сегодня. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.